Хочу, это, блядь, школа началась, ебать. Кирилл, я тогда во второй рейд пойду у Целка. А чё? Соса душу. Сходи этим, как он называется? А. Так они что, делить будут, что ли? Все, я вышел. Ставится обычка? Потом но я вряд ли все равно успею. Ты хера лагаешь или это у меня лагает? Он только. В смысле, дис у меня может подлагать, да? Я хуй знаю. Пилишли, выйдите все состав, пожалуйста. Поменялось? Да. Раз в обычку я пошел чилить пока. Воет и Феликсия будет танчить. Я ебо. Я не хочу танчить, не впаться. Кирилл, так я леваю, да? Какой тебе душ осталось? 1500. Или да хуя, блядь. Ну вот, в том-то и дело, да. А кто их собирает, типа? Так а чё, ты сходил бы на репофарму? Ну, прямо сейчас, нахуй. У тебя же время есть. Иди на репофарм, блядь, пососи души. Адель он так и делал, ходил десятку, ну. Я десятки тоже ходил. Потому что, ну, типа, ну, понимаешь, смотри, если ты не соберешь, я тогда найду другого человека на осколке. Потому что во втором рейде я еще пока никого не ставил, чтобы осколки собирать. Вот, вот в том-то и дело. Так что, ну, типа, до второго рейда, я не знаю, собирай души как хочешь. Окей, постараюсь. Ладно, я не хочу, чтобы просто мы. Я не хочу, чтобы мы просто проебывали осколки. Да, просто. Да, я все понимаю. Че ходишь? 10 обычка, 10 хм. Так а сейчас кто собирает души? Души никто не собирает. Так ему души надо собирать, зачем ему тогда с рейда сейчас уходить? Что он может, провод целка может собрать. Ну потому что осколки может лутать. А, я тупой. Души это второстепенное, которое можно нафармить с пугами, на том же ли пофармить. Или просто десятки собрать какую-то там, ну и пофармить. Ну да, в принципе. А осколки, ну, это такое. Че, может пока трэш что стоим? Да, можно трэш. Да, только я вот в седых холмах, нахуй, тут трэш охуенный вообще, блядь. Не в ретрика? Кирилл, смотри, танка нет. Да, пока вряд ли. Феникс на колду лучше. В смысле танка нет, нихуя не понял. Ну если что, у меня спек танка есть. Легалайз же он холит, блядь. Легалайз, спек не сон холик, в чем проблема? А, у нас еще мили хосты тогда не будет. Ну я могу тотем поставить. Типа эти, у нас же два шрама. Блять, вы заебали нахуй. Я видел плохо, спасибо. Давайте скорим темпе, только потом еще и раз. Рашка без меня поднес. Пати, дайте. Ты танчи все-таки будешь? А что это вот это вот, блядь, Астероса завары нахуй? Я его, блядь, сейчас кикну нахуй. Я ни одного РТ его не видел просто. У кого из Троса, это он обещал последнюю неделю. Я же его спрашивал недавно в общем чате. Это море пива.
Я ему также дала последнюю неделю и сказала кикну, если он не будет ходить на РТ. Очень извинялся. Реально море пиво. Кирилл, можно начислить за ТТГ ЕП? Точно. Мне отдельно придется, я думаю, уже вышел. Это, мне скажите, на колбу там есть кто, блять, алло? Ну, Бобберсона нет, походу нет. Она еще 3 месяца не пойдет еще. Бобберсон прессов удалил, я видел. Ну да, типа. Он же колбу хотел, по-моему, ему еще одну. Больше, по-моему, некому. Фелиция полутал. У Фелиции вроде бы нет колбы. Но он полутал. Он полутал, да. Что? Кого? Ну, у него... А, разве есть? Ну, есть такие. Луксор тебе не надо? Полутал на прошлом. Типа, что я два РП подряд у нас падал. Вася, скачиваешь аддон ЕПГП, открываешь его, пишешь слэш ЕПГП. Слышишь, Кирилл, что за там, тогда? Там, блядь, все ники указаны в гильзии тогда. Смотришь свой PR, приор, то бишь. Сейчас начислю, подожди. И там приор твой покажет. Самый высокий орислин. У кого больше приор, тот и забирает. Получаешь ГП, приор становится меньше. Намного меньше. И так далее по цепочке. Это ставь, я тебе мастер. Ставь шкаф. А, начислишь? Окей. Кирилл, что зайдут тогда по лам колбу полутать? Блять. Иди палом. Маги, дайте, пожалуйста, порт, то у меня камень КД. Сейчас еще тебе в обмен БЕшку там. Нахуй ты мне в БЕ кидаешь, ГБ кидай. Блять, ну поставьте ГБ. Я потом про них забываю, блять, и потом вспоминаю, блять, спустя месяц, нахуй, что он у меня в сумке, блять. Сейчас скину в пятую. Сейчас рыло тебе. Ну да, на самой шмотке пишется на ГП. Ну, за обычку я много давать не буду, там, 50 гп за шмотку письменную. Бой, ты ж дамажить на ретрике будешь? Да, я заебался танчить по танче, блять, как-нибудь okay. Через, на следующей неделе уже подамажишь. Если что-то вдруг случится. Давай. А, хуених. Ты мне шмотки-то отдашь? Отправился, бой. Да, да. Что, говоришь, отправилась? ДЦ на шмотки наебали. Че, меня на шмотки? А я всем отдал? А, бля, тебе Юля не отдал, да? Нет. Там таймер не выйдет? Не, ну я же вышел, не выйдет. Окей. Ну давай... Блядь, там перевернуться. Короче, где-нибудь, наверное, после сурка я зайду, отдам тебе. Да. Я все равно в целковок им остался. Никит, напомни, потому что он точно забудет, я тем более. Пока тренер будет учиться. Давай, отчеты, поехали. Фейс, это же демоне, да? Че, Геру спула? Ого, да что за хуйня, блин? Геру спула и не дали. Ну, я не знаю, что Манфил спит. Чем играть я не может. А, давай. Тогда даешь Геру всегда. Что еще раз?
Да, Эршами перезагрузчик, я говорю, пусть он всегда Геру тогда дает. Шипы добей. Станьте напротив, я не буду поворачиваться. Ладно, бог. Холич, ты тут? Да. Ты смотри там, ну, можешь помониторить с лка, вон, какую-нибудь, вон, обычку там сходить, у этот герточный. Если, типа, липофан пока не собирают. Там тоже может душу просто. Ну, или там сами соберитесь. Я думаю, что соберем, там, позже хотел собирать. Конечно. Феникс нам поможет. Да, Феникс? Можете сегодня после этого помочь. Игнорирую, типа не слышу. Репа. Что, Феникс? Ты же нам поможешь? Кого? Не, у меня дела, блядь. После толка надо будет. Какие у тебя дела? Спать. Это ты забираешь? Не, я собрался на озеро. И пивка попить. Мы ролим или отказываемся вообще? Главное потом успеть это. Войт, помнить весь лут. А этот главное потом на работу. Да ладно, один разочек проспишь. Сразу пока эту парашу бьем. Три помощника. Вот этот кинжал. Красава, сейчас только захильте только меня, блять. Кинжал распыл. Если надо, будет сразу говорить. И кольцо сука. Распыл. Сука. Кольцо надо. Кольцо кому? Ханту, конечно, ебать, что. У меня синяя. Так, дай там хотя бы ассиста. Кольцо, нет, значит, хант. А что, мы ему ГП накидываем, да? Сколько там? Полтинник, ты говоришь, или как? Да не надо какой ГП. Да. Феникс, пожалей. Вы заебали, ну что за хуйня? Почему я умер, блядь? Это причем не за секунду, нахуй. Почему вы меня не хилите нихуя? А, луксора нету в хиле. Там колдплей. Ай, блядь. Частица, наверное, не на тебе была. Хуй забили. У шамана маны нету. Ну, в общем, все ясно. Так, кольцо. Не нравится мне эти силы, блядь. Позитрон 50 гп, правильно? Да. Так, где ты, блядь?
Это наш. Стой на месте. Кинжал распылась, и что? Потому что параша полная. Нашел репофарм. Челики охуеют, там 230-е. Да-да. Или бегать. Мобов убивать. Как бы танки не охуели, блядь. Без напула. Ну да, сейчас срывать там будешь. Чувак, смотри, чтоб тебя не кикнули за это. Запы кому надо, вот эти танковские? Офспек сколько будет? 25 гп или как? Надо кому-то? Я думаю, вряд ли кого-то не было сейчас на ВДК. Там пусть собирают успехи. Так. Эй, вынеси меточку, пожалуйста. Спасибо. Три команды за фулбой не забывай. Это три раза нажать кнопку чума. Так что никакая... Хан, дай отрыв. Похуй уже. Чё, сразу пуля? Рыбу хавать. Меня дайте бар. Вагоны нахилаю. Фелиция, ты слева, я справа. Трэш все свечи. Быстро заливаем. Трэш вводим в центр, короче, Фелиция, это пизду. Там пистолет будет. Ну, поехали, давай, чё такое? 5, 4, 3, 2, 1. Чего, Алконфилм, нихуя не понял? Что-то написал. Переведи на рашку. Потреб сыграли. Дайте сало по центральному приверну какой-нибудь, или грипни с урона. Блять, выключить поверь. Люди физуроном бьют. Люксора законтролить. Физо и уроном въебали, фанты помогли. Так, давайте договоримся. Николай, с центрального моба с лестницы гриппа и включение. Ага. Теперь такой вопрос. А если у челиков есть грань, и они тоже, ну, типа, души собирают? Нет. У них свою. Нет, только РТДшники тянут. Никто больше. Минус соло законтрольте. Переверните справа, дайте кому-то сало. Он в центр подошел. Потрэш сыграли. Серва умерла. А чё вы на соло не контролите? Что он стоит, стреляет, блядь, в крутая? Дай БР Масе. Печень контроль. Ох, ебать. Похуй, стойте, лучше я там возьму. Ебать, они зеленые, ну. Дуб. Надо их точно тяжело не заметить. Забирай, босс. Лифа раз контроль. Ну нажмите кнопку, ёб твою мать. Спирит. Миля. Спирит.
дайте себя кровь пилить. Пилить слепов. Да. Королева за контроль. Да. Можно было бы ее... Свечары. Вонючие, блядь. Короче, осколков не будет сегодня опять, я помню. Да я хуй знаю, блядь, я дали разрядил бы чему нахуй. Какие же вы чудовища. Никита там, да, блядь, жезлой такой внимал. Ты меня защищал, ты мой рыцарь. Короче, кольцо и тапки крит МП5 распыл. Если кто-то против, пишем сразу. И тапки с РП крит. Ватные. Пока вы там наверху. Надо на кому-то вообще? На распыл, давай все. Все, на распыл все три шмотки, блин. Квест на лану сегодня. Подведи их это, к мобам. Че вы, ври пойти? Че, уже сагли? Не знаю. Дальше пройдем, увидимо. На лану квест, я же был сегодня в целка, я же говорю. Ну, значит, ну ладно. Ну, смотрите, блядь. Теперь сначала Holy Shit, блядь, два окна Грума Авик собирал, теперь он Юля, блядь. Чё там? Да ничего, спалили тебя только что. Где, покажи, чё? Ещё и пристав второго сделала зачем? Блядь. А, не, да, это на Альянсе какая-то баба гоняет. Шарабахнутая? Какая шара, вон Юля, какая шарабахнутая? Там ник какой-то. Баба. Я вообще никого не вижу, ну, не знаю. Вон Линканули же, да-да, есть такой прист, Юля. Да, ну, да, на всеобщее-то вы не видите. Это... Я не так два чата вижу. Нихуя у нее ник крутой, бля, Юля. Мне не нравится. Ну, планет. Когда такой... вы ко мне королева обращаетесь, так приятно. Да, вот, вот это вот Адель, вся суть халочная вот эта. Ну чё там, блядь? Беба, Лексор, Позитрон и ещё один человек в пушку. Так, всю хуйню. Я в нее больше садиться не буду. Моя королева, тут на распыл три хуйни, короче. Да-да-да. Дайте трейд. Блять, пушку сядьте кто-нибудь правую нахуй, лё, блять. О, конфил, красава. Меня в прошлый раз выкинул, я больше не хочу. Ранцы, да, Бентли, тебе противопоказано еще ранить вместе, блять, с собой нахуй пушкой, блять, вместе пиздил. Хуля, два раза лучше, чем один. Я первый раз, а как там разряжаться? На скольки процентов? Разряжаешься? На 90. А не, в пизду, сядьте так кто-нибудь. Вон, и на сол посидит. Ладно, я пусть могу. Окей. Ой, двигай свою калошу. Не то мы ее прямо в небе взорвем, блядь. Ладно, полетели, короче. Так, тут говорят, печать надо другую. А где она у меня, сука? Павик, скоро у нас новая серия фильма выйдет? Какого? Mm-hmm. Твоего, ты же у нас режиссер. Организации Tomorrow Sunday. Щука, щука, щука 2. Надо было... Да, щука 2. Надо синдром. Надо синдром убить. Ой, ты так и не скинул свой YouTube канал, чтоб я посмотрел видос. Слава Арбу. Бля... В закрепах. Я его кинула в закрепы в гичате. Вот такой вот он противный, Бентли дед. О, нихуя. Там, минус 3 FPS. Вы заметили? Ракетница теперь дымажит так-то, блядь. Приземляешься. Всегда дымажил. Всегда дымажил. Да, ебать, я, заметил, блядь. Я телепортировался на наш корабль как-то. Чародей, ебать. Вы видели? Нет. Ну-ка еще раз.
Нихуя себе, первый раз ты вижу, кстати. Сейчас. Я добегу, ну-ка. Ебать, телепорт работает. Угарно. Слушай, так нихуя. Это же охуенно. Вот смотри, вот здесь, вот смотрите на Войда. Перебегаешь вот здесь, ранец не взял, такой бежишь по крылу, такой бежишь. Хуяк, и ты на другом корабле. А тут телепорт. Чудеса. Магия. Все, ебать, Войд, новый гайд нахуй записывает. Новый видосик на Ютубе появится. Так и назови. Гайд, если ты даун, который не взял ранец на корабле. У меня там, знаешь, какой гайд есть? У меня там гайд на календарь есть, нахуй. Или ты взял ранец и не одел его, блядь. Челики на РТ, короче, заходят, блядь, а куда идем сегодня, ебать? А будет РТ, блядь? Развивать потихоньку начал. Не проебите меня хилы, пожалуйста. Как поет. А что там? Наложение кинул. 300 тысяч еще маг. Да, еще последний вот маг. Вот это вот пойдет, звучит как-то не обнадеживающе. Ну давай, короче, даю каплю тебе. Да у меня еще есть все. Все, уже капля висит. Красава, Войд. Ну себа был ебанул. Ты кинул, блять, у меня... Войд, у меня... Ты кинул, у меня во время твоей капли, блять, 6 раз парировало, короче. Блять. Бесполезно, блять. Все, добивайте, блять. Оля, блять, сейчас так и сбросится. А не, сука, на последней секунде обновил, блять. Короче, ну-ка, быстренько, гайд мне, скажите, как на ретрике дать ДПС, блять? Какая ротация? Играть на шипа? Удалить, да. Удалить пало или создать ШП, да, я лутануть у меня полу. Есть ШП. Тань, стать учеником Арислина, он тебе расскажет. Арислин, ну-ка, смотри моего ретрика, я дам ДПС вообще, блядь? Пятнашку дам, как думаешь? Я думаю, ты 10 тебе хватит. Арислин, дайте уже... А кто, Арислин, ты же кольчужный ловкость интеллект, да, плечи забрал, наверное? Стакаются хоста. Не тест, а кто? Я забрал бент. А, все понял. Ладно. Каф, поставь спайси, суманите этого химика. Ты ж беба, ну мне кажется, надо напулить на меня, блядь. Кого сумануть? Все здесь вроде. А есть урон с пушек? Кого спек гейский, блядь? У вас там Легалайз, вон холики. Нахуя я вам? А что его там решил? Ладно, хоть один. Я спекнулся для хаст, ну, типа я. Чтоб хаст мили хаст, короче. Ой, бля. Есть урон с пушек? Это важно. Беба, ты лучше. Ты и так-то знаешь. Да. Скидывать в это. В печкомитер. Да. Вот нахело, ты куда там проебался, блядь? Здесь секрет лок, блядь. Заеби, все, я запускаю. Рыба вон стоит. Я поставлю. Короче, как думаете, 16к нам? 15 500. 13 700. Короче, 700. И... Беба, ну ты понял, да? Алконфил тоже понял, да? Я передумал. Давай. 14 200. Чё понял, чё? Ну на пул, на Войда, блядь. Ну в смысле, после первого на пула только. А это кто? Ну, блять, Войд в сарай пати. А это читерство, это нечестно. Войд, давай лучше так, короче. И истерию еще. Даешь 20к, тебе дают. Да я 20 не дам. Не, я не дам. Даешь меньше 20к, даешь каждому по 10, как тебе есть. Скажите, сколько до пола босса мне таймер не показывает? Я думаю, 15-ку должен дать, короче. Ну, я так думаю. Типа, в этот раз печать поставил нормальную. Блин, на 16 Войд, я в тебя верю. Бля, хорош. Че, два припота ебануть? За 5 секунд. Бля, раз 16к надо два припота пить. Да, случае. Я вот готов. 7, 6, 5, 4, 3, а, мне забудь 2, его, да. 1. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1. Чё, блядь? Не, груз сорвал. Блять, а где там воет, не видно его что-то. А, понял, первый после танка, блядь. У вас молчи, чтобы больше ДПС дать. Ой, давай, блядь, еще чуть, я тебя сейчас обгоню, блядь, мой. Заебись, я вообще без паски гнил, блин. Позитрон почти обгоняет. Шо ты там пиздишь? Ну-ка, шо там 15-200 нахуй, блядь. Ну, типа, блядь, я точно знаю, нахуй, какой ДПС даю. Сука, я же говорю, 15. По максимальной, беба. 336-4. Токены обычно можете сразу видеть. Есть выше, чем 26-4 у кого-то в рекаунте, детейлсе. Тебе уже Дель выпал один из пола. А вы, кстати... Пеп, давай свой. 25-900? 829. Нет, давай, Беба, у тебя самый пиздатый, давай закидай. А этот, как его... Вы собрались тогда? 9 боссов, 5 осколков. Это лучше, чем за фулл рейс. Ты имеешь в виду вторую целку? Да, еще сколько мы? 80к голды заработали, по-моему. Вот это Раша надо кому-то? Продали что-то теперь? Да, да, волю продали. Да, вот это надо? Волю кому-то? За 80к? Нет, за 50. Там с ДСами, с боешками 80 вышло. И вот это надо кому-то? Ну тогда плащ надо кому-то? Люля, у тебя сейчас шмотки на распыл. Так, стерва плащ, 3 шмотки, 1 раз пал. Тепленький плащ. А, да, пойду на лока сейчас займу. Юля, иди в начало инста. Филиться потанчишь трэш-то. Только подожди, пока там хилы придут. То они могут быть долгие очень. Эсси, что такое? Ничего не понимаю. Все уже решили. Короче, истерённым фардрагоном тут тусю, жду шмот. А что вы там делаете? Какой шмот? Бесполезный ДЦшный. Да, типа мне нужны эти куски. А, он тебе отдать забыл. Я их реворкнут, да. Точно знаю, что они мне вот эти, именно эти куски нужны будут. Ой, стопудово.
Дайте мне пати. Хотя не надо. Пояс и плечо, по-моему. Я кинул. Спасибо. Да не надо. Вон, да. Кристальчик. Ту. На форуме создам. Заскриним свой шмот с 50 шмотками с ТТГ. С чарками на писта. Спрошу, реворкнут ли их, потому что куда эту гору к шмоте одену? Все разные, все разные чарки. Распылить, масло сделать. Я хочу спросить, будет ли реворк? Да будет. Да не будет. Вроде что. Там такой реворк, нахуй, чувствую, буду, блядь, учитывая, кто этим сетом занимается, реворкинг здесь. Собака на экстемпе. Я-то уже видела, типа, какие чарки будут. Одна рабочая у ДЦ будет, у холиков две. Но я не об этом хотела спросить. А... Короче, допустим, у меня есть куча шмота в банке. А большая из них — это чарки на ДЦ. Ну, то есть у меня есть, конечно, общие чарки, крит, хуйня, вся у меня... Вот, но я хотела спросить, типа, мне все просто описания изменятся, все ДЦ-шные? Да. Ну, явно старые не оставят, потому что таких больше не будет. Чё? Там какой-то пугас хочет у нас купить колбу, ты как думаешь, подойдем? Ты чё, угораешь, блядь? Уже ответила за тебя, Войт. Я 15к даю, нахуй, вы чё? А чё, пацаны, блядь? 15-200 даёт, чё, блядь? За полтинничек продадим. Нихуя себе, ну если только мне полтинничек. 50 голды, 50к или плюс 200 дпс. Ой, в смысле 200? Нихуя себе. 200, думаю, 200. Там все 300 будет, ебать. Или минус 300. Ничего, я еще скоро шейм сделаю, блядь. А, это моя, ребят. Я нажал кубик. Это у вас последний шанс забрать вант с ТТГ. Надо кому? А че я его сейчас распылю? 71-й? Да. Ни хера себе, никому не надо. У него, кстати, с эти самые характеристики. Позитроны. Он популярен. Вандой? Шо? Вандой? Нет. Нервы, блядь, кстати, стало, что не работает. Короче, если сегодня не будет... Ебать ты бомж, нахуй. Почему у тебя в Т4, блядь, ЛК-сакеты, нахуй? Нету денег, я все на проф отдал, бля. Последнюю майку продал, блядь, ради проф. Че, блядь? Я портное делал почти за двенашку, качнул двенашку за портное. А ёб... вы видели там кому-то... Не позорь себя, блядь, вот реально. Да. В смысле, на Т4? Т4 у тебя останется до конца, соки не пропадают. Блядь. И бабки, где хочешь, блядь. Вы видели там Т4, хан, там дырку добавили? Охуеть, это поможет. Феникс, я сейчас стану поймал. А что за говно, что за говно трени, я не понимаю, блять. Где стоятка крабана? Бля. Где зеркало? Я не хочу морально травмировать твоих рейдеров, так сказать, загляделиться. Наших. Я если что колбу носил, меня хуй травмируешь, колбу на сове. Не там. X2 не падала воля чешка, я бегал синий нефритовый студент, потому что там две дырки были. Там были сакеты на РПБ. Это... А я, знаешь что? А я голым рогой забирал чешку, блядь. Голым рогой. Ноль шмотов. Чешку просто забирал. Я здесь чешку слева ловил. Бля, тихо, я слева трэш лови лица. Сейчас еще справа активирую. Феникс, можно стану в БМ? Ты же не против? Да, я хочу динозавра. Последний раз в своей жизни, блядь. Почему последний? Да сердоли дорогие, а лициты дешевые. Смотри, открываешь магазин, нахуй? Ага. Особые услуги. Я подожди, скажу. Валюта. Там он, короче, есть. Не, ну так неинтересно, пиздец.
Че ты отрезался? И так сегодня ходишь, голды подкинула, блядь, мне это. А сучка хули щитите. Да ладно, пофиг, не первый год играем вместе. Первые споры, короче, тихо, закройте, пожалуйста, если. Первую спору не сносите, вторую спору просто две в печеньку снесете, полутаете все стаки, и дальше будете хуярить. Все, все на полно. Давай, чёрт, блядь. 5, 4, 3, 2, 1. Геру? Нет. Не достаю, Дарь. Пойду после Гера поверю. Ну вот, сейчас под стаками, блядь, передумажим война. Вой, поднажми. Да не надо сносить, надо вторую. Ладно, похуй, короче. Потом просто две споры вот следующие, которые появятся. Споры. Две споры в печеньку сносите. Так достаешь? Coldplay и дашь такое, если что. Феникс, так колдуй в пояс. Отпилай мышалай, пояс не упадет. Помнишь? Колбу. Блять, и... Нет, три не надо, блять. Одну убери сюда. Дай ей колплей сокру. Все, раз. Сосались и бейте босса. Больше ничего сносить не надо. Пилиться под эту... Под детскую гниль дашь сотру. Прости большое. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо, спасибо. Эти челики иммунитет на один слаг ГП, ебать. Может, давно в рабстве у Феникс? Кто-то помнит фильм «Догма»? Ну. No. Давай, сокру, Феникс. Так, шо я там надо? Сука, 13 тысяч, за хуйня, нахуй? Кровь, да, пароль? О, мне кровь надо, пацаны, я кубик нажал. У меня квест есть, пацаны. Пацаны, а Боб или Диван сбрасывает агро? Все из этого. Боб, ну типа Диван это неуязвимость на 3 минуты. КМФПМ, не могу двигаться, а Боб скидывает. Опять-таки Диван, он скидывает, как только спадает, у тебя опять агро набирается, понял? Боб, да. А Диван тебе прям и скидывает агро, блядь, и скидывает кулдауны на припоты еще, нахуй, прям вообще. Это никому не надо? Ханту надо, стопудов. А это никому не надо, да? Все, распыливай, никому ничего не надо. Сомните Фелицию, я символ. Вот это сила гнили надо кому-то? Ханту точно посох отдавать? Капа, так, весь. Так, сейчас отдам. Сила гнили не надо, да? На распыл, что ли, сила гнили? Алло. Вот, дай мне кровь. Понял. Да не, я... Шэм делал. Че? А у тебя что, квест есть? Да, тоже шэм делал. Алло. Блин, кони квест. Да, что-то это... Да, блять, на роге не делается нихуя, да?
Делается. Давай, что ты поехали. Блядь. Пушка, надо было после трая, ну ладно. Охуенно, блядь, что не сделал, конечно. Ты что тормозишь, блядь? А за пояс Феникс, чтоб тебе некротик с Жанни только в снах приходил. Добрый, добрый. Так вот, там в догме было это, два типа этих. Один Бен Аффлек, а другой Мэтт Дэймон. Ну-ка, тихо, взрыв, разбежались. Бежали и побежали. Вы серьезно, ребят? Испугался. Я так челикам пугам говорил, ВВК, вы к 25 портал бить, так они свищались, блядь. Сразу заметно, блядь, кто смотрит вообще за боем, думает хотя бы. Кому похуй просто. Бля, ну в обычке думать, о чем тут думать. Феникс, слишком рано, надо было подождать еще немного. О фильме Догма нужно думать. Так да вот, не, потом поздно было. Они там, короче, какую-то компанию пришли, там совещание, все, говорит там, ну, у вас там такие-то скелеты в шкафу, там еще что-то. И там баба сидит, а он, короче, чихнул этот, Мэтт Дэймон чихнул, и потом уже все эти выходят, челики, и баба это остается. И он такой говорит, вот, говорит, Лихслайн делалось, типа. Слайн, всем похуй. Так кто фильм Догма не смотрел, это вообще... Да даже, типа, тот, кто смотрел, я уверен, что им тоже похуй. Да не, не я похуй, по-любому. С Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком смотрел другой хороший фильм, Pearl Harbor. Вот он классный. Там Мэтта Дэймона нету. Мэтта Дэймона нету, да. Там... Кто там? А, Бен Аффлек и Колин Фаррелл. Сорян, да. Не Колин Фаррелл, ты чё? Кто? Я забыл, как актера зовут. Нет, не Брэд Питт. Брюс Уиллис. Майкл Джордан. Сильвестр Сталлоне. Нет. Пойдите в пизду. Там. Сара Джессика Паркер. Там вот эта охуенная соска, которая снималась в этих вампирах. Как ее? Сука. Кейт Бекинсейл. Да, 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 нет, Кейт Бекинсейл. Где она снималась-то? Ну в какой-то вампирской же хуйне тоже. Ну, Ван Хельсинг. Ван Хельсинг. Да, 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 да. Потом Бен Аффлек и сука, ну там же нет, не Мэтт Дэймон был, согласна. И не Фаррелл. Майкл Джордан. Ты Фаррелл. Я не Фаррелл. Ты ничего не понимаешь, это тебе Юля наколдовала, чтобы тебе нихуя не падало, блин. Да уж. Все даже не понимают, умреть. А Стём расплыл. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек снимались в одном фильме, это «Умница Вилл Хантинг» тоже неплохой. О, классный, да, да-да-да, крутой фильм. Грудак расплыл. И плащ. Блять, у меня времени немного осталось. Ну, я ходишь в Деголды? Пиздец. Блять. 50 гп. Плащ? 50 гп? Плащ, Джордж Хартнеттон, вот кто. Вам не надо ставки ставить, да, да, просто вот. Рольте, чтобы было понятно, что вам нужно шмотки. Так, смотрим, у Легалайза 2 пэра, у Луксора 19. Еще мейн спек. Не, он же мейн, если ему на мейн, то берет. Так. Значит, легалайзу отдаем. Ничего с Беном Аффлеком и серьезно, что это не хорош. Он вообще в хорошем фильме снимается. Да, он хороший актер, он хороший. Mm-hmm. Но мне мое не... сердце отдано Брэду Питту. Блять. Мне не понравился в фильме Бэтмен. Ну, сам да, Бэтмен. Тоже хорош. Так, Фелиция, ты в Обаме справишься? Или после лучше? Справлюсь. Окей. Бля, что можно сделать? У тебя макароны ебаные поел 2 часа назад, а у меня до сих пор живот болит. Мизим. Типа, подоелся. Мизим или омепразол? Да у меня нету нихуя, у меня-то, бля, только анальгин дома. Что сделать? Сходи угля, ебани нахуй. Не знаю, может чайку сладкого. Бля, нахуй, бля. Бля, бля.
Мне полежать надо. Полезать? Да. Ребят, давайте курим, только время мало, пиздец. Подливу надо было делать, Беба. Юля. Нахуй подливу, блядь. Ну, чтобы не сухое жрать. Итальянцам надо быть, ёпта. Я кисло-сладкого заебашил туда. Вот из-за этого и болит. Нет, я объелся. Так давай, чё, поехали, ребят, вещи, блядь, хватит пиздеть, потом попиздить. Ой, бля. Зелёный кидайте труп. Чё слабенько. Или Бентли не дамажит нахуй. Ну да, есть такое. Сейчас тебя Войд догонит нахуй. Не, Войд не догонит. Пельмени. Блядь, сейчас же ещё колбу, блин. Ну хуйня, мне даже в обычке проф этот ебаный FPS проседает. На всех боссах нормально, здесь проседает. Че за пляски? Пельмени. Кстати, блядь. Скучкуйтесь, РДД. РДД по-крашему сыграли. Блять, ладно. Я просто. Пельмени отшли. Пускай РДД играет мелкий босс дальше. Две секунды, кол. Пельмени отошли. Легалайз и Люксор, чё вы там, блядь? Там зелёный появился, блядь. Вы босс объект. Всё нормально с головой, блядь. Охуели. Блядь, не хватает ДПС. Ладно, похуй. Чё, босс-то кто, блядь? Не бейте, босс. Не бейте, блядь. Пельмени. 1%. Пельмени летят. Блять, вы сейчас переведете нахуй. Сказал же, блядь, не бить на 38, уже 36, блядь. Ну там еще. 35. 3 десятых. 3 десятых. Ну там дотки. Красный, ебашьте, лужи. Старайся выпить максимально. Че, все переводим? Пельмени. Пельмени, пельмени, пельмени. В какую сторону вести? В принципе, похуй в какую. Поведу в сторону зеленого. Керу. Штука, забери. Штука, прием. О, забрал мне. ГП, ГП, хули. Не вариант косячить. Не спал, забери. Корни, пельмени. Да куда вы убили? Да, РДД в жопе там, видишь, забирай. Пилиция забираю. Да. Видите в сторону? Ну ладно, чуть-чуть, да.
Да не дохните в луже. Сдалеко слишком отвел, мне надо было ходить. Наверное, да, часа не надо бить. Или менее. Сейчас дальше пошли, кабанчики. Пошли оббегать лужу, пиздец. О, сука, я ебу. Третий когда? Да ну нахуй, ну-ка, а теперь посоветуйте, что мне сменить. У меня выбор гер и череп с обычки. Вместо черепа, да, колбу? Да череп, конечно. Все, сейчас 100к дам, ебать. Выбор гер убирай, нахуй нужен, мусор, ебать. Хорош. Продам колбу недорого. В смысле, нихуя себе. Блять, а могли бы 50 раз рубить минимум? Ты ее заролил? Я уже себе купил колбу, недорого. А если на сейчас одевать первую колбу или вайзин? Не покупайте, на. 1к голды, кто был. Сука, 2к оставлю. Так, квесты возьмите и полетели. Давайте быстрее подтягивайтесь. Да, обмен не будет. Давайте, бежим, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Не в какая-то вчерень на время мало. Ну, танки тут. Все, полетели. Квест не забудьте. Мой дах не блин. Че, сделка отменяется, что ли? Мой да не блин. Откидывает, замедляет, блять, мой путь к колбе так тяжел. Ой, эта сделка не поделка. Ебать, не в то окошко. А че за хуйня, где колба? Ну, арестуй, надо. Ты не в то окошко кинул, блядь. Да тебе показалось, не в то окошко кинул. Да, блядь. Еще одну атаку спустил, пацан. Да, еще раз. Я поферяю, сейчас подожди, вайпнемся, блядь. Да не надо, не надо кого ферять, блядь. Ладно, где в небес тогда дал? Просто мен. Ой, блядь, не саб дали. Я же говорю, у нас танк на хлюпике. Хлюпик на танке. Танк на хлюпике. Или хлюпик на танке. Дэвид, хватит ныть, умоляю, на коленях, блядь, стою. Хватит ныть, упадут твои осколки. Просто не везет, заебал. Что за 5 кд сбросится? Пойдешь я не шарю, честно. После осколков, что там будет дальше? Итем, да. Джайна. Ну вот, а куда нам торопиться? Если адельдонить не будет, торопиться некуда. Ну, то он еще не скоро найдет. В магазине появится. Хотя может закроют. Да. Ну как закроют, так сразу появится. Буквально. Конечно, побыстрее бы кто-то другой бы уже начал собирать. Типа тот же ШМ. Кто там у нас холлидж следующий? Ну неважно. Еще быстрее не бы печально, собирались. На самом деле, понимаете, по людям печально. В смысле, не знаешь, кому собирать дальше? А, да я не про сборы, нахуй, вообще в целом. Колком? Печально по приходу. Сегодняшний. Все плохо. Сейчас все начнут учеба, работа, там все начнут заходить играть. Сейчас осень делать нечего на улице. Хуй его знает, блять. Что лето нахуй. Работал, блять. Ладно, с отпуском. Недельным. Сейчас надо людей набирать максимально, стараться. Чик, ты, бля, прости, сейчас прожую.
Да не, ну понятно то, что сейчас, ну, я имею в виду вообще потихоньку спамить. Сейчас должно больше людей в любом случае инвайтиться. Я знаешь, как людей набирал? Собирал обычки с пугами, 15 тел с гильдии, 10 да. пугов. И так как люди добавлялись новые, нормальные. Да, с нами начинают дружить, вот мы пугов вводим, с нами люди дружат. Но в основном это какие-то экзальтеты, блядь. Типа челы приходят, Энза, ну Энза-то нет, ладно. Типа они не оставят своей гильдии. Угу. А нормальных пугов нету, да, таких, которые... Ну, они какие-то вот типа Ангс, что-то там, вот гильда вас с нами, это ДКшка ходит. Нет, они все по своим гильдам. Сложно очень вообще на X4, конечно, с набором. На Альянсе еще хуже, так что... А, двоих постою? Давай двоих. Никель. Бьё боссом. Ну давайте, ребят, блядь, времени нет, реально. Меня уже вытягивает. Я похуй, да.